как я вас оправдал, знаешь, я воин свято поиграл. Я белоснежный воин свято. Оправдал свое имя, да. Я обналичил, знаешь? Да, имя Антон. Переводит шотландского, означает цветочек. Только сейчас про это рассказал. Цветок. Значит так. Кстати, я, видишь, я маленький принц, я проснежечка. Я отбыл. Я вообще без лишнего. Роза вовсе не цветок. Я вот написал, кто я. И, кстати, это все мое открытие, когда я учился в школе, этого еще не было. Что роза, это роза, это не цветы, господа и дамы. Я, вы скажете, почему розы? Потому что цветы, это мой собственный выклад. Вот, бля, буду, клянусь. Я уже про это с YouTube говорил. Цветы имеют пестики, тычинки, мужской, женский пол. Роза вырастает из луковицы, из самого вот этого цветка. Они не опыляются.